Доброе утро, друзья мои. И спокойной ночи тем, кто вернулся с работы. Сегодня 16-10 понедельник. Много из нас ищут свою любовь, но мало кто знает, что порог любви довольно прост. Это взаимность, преданность, влечение. Вообще-то два берега соединяются с мостом, а два сердца соединяются в одно. Люди, которые родились на сегодняшний день, очень загадочные. И никто не может сказать, что вы не умеете делать, потому что никто не имеет ни малейшего представления о ваших способностях, а это очень много значит. Вы осторожно перешагиваете препятствия, устанавливаете новые порядки, удобные для вас правила. В юности вы страстно желали улучшить существующий порядок вещей или сделать что-то больше, но поняли, что другие могут препятствовать и удержать вас от этого. Для того, чтобы добиться внимания, вы должны быть лучшими, затемняя конкурентов, быть дипломатичными и одновременно простыми, теплыми, горячими звездами. Как талантливые защитники свободы, вы можете обладать даром ясновидения или, по крайней мере, глубоко понимаете человеческую психику. И это очень хорошо для вас, потому что вы всегда всегда шаг вперед. В цветущем саду любви вы предпочитаете брать инициативу на себя, превращая любовь в запредельное блаженство, переполняющее вашу душу. И вы не путешествуете никогда в одиночку, исследуя культуры и страны. На поприще любви вы хорошо понимаете, что можете и чего не можете делать в отношениях. Ваши ожидания реалистичны, просты, поэтому вы редко испытываете разочарование. И если что-то не складывается, то это происходит из-за вашей прямоты и честности. Партнеры должны ставить перед вами всегда эмоциональные испытания для того, чтобы вы чувствовали, что преодолеваете что-то и препятствие вам нравится ощутимое, а не мнимое. Чаще всего вы вносите в отношения стабильности. С финансами вы очень хорошо справляетесь. Вы неутомимые работники, умеете хорошо концентрироваться и каждому проекту уделяете максимум внимания. Рожденные 16 октября умеют себя мотивировать и делают то, что нужно, еще до того, как их попросили. Всегда прилагая максимум усилия для того, чтобы работа была выполнена прекрасно. Вы уверенно говорите «нет». Верите, что вам все по плечу и хорошо подходите на должности управляющие или такие, которых вы целиком можете передать себе. Давайте посмотрим, какие известные люди сегодня родились. Это актер Тим Робинс, актриса Келли Мартин, актриса Эллен Долан, Дэвид Цукер, режиссер, Оскар Уилд, писатель, Дмитрий Холостовский, оперный певец,
Анжела Лэнсбери, актриса, Сьюзан Сомерс, актриса, и еще много-много других известных личностей. Так что я вам желаю, что у вас тоже были большие постижения. Я еще желаю вам очень много здоровья, счастья. А на всех нас удачи с понедельником и счастья до воскресенья. И также каждую неделю пусть у нас будет счастье и удачи. Я поздравляю рождёнников с одной хорошей болгарской песней.